Дезинфицирующим раствором подъезды сотрудники управляющей компании обрабатывают ежедневно. После влажной уборки антисептическим средством покрывают все, с чем могут соприкасаться жильцы. Все как положено, моем, обрабатываем кнопочки, лестницы или лифты, зеркала, перилки, ящики. Управляющие компании «Самары» усилили работу по уборке подъездов по поручению главы города Елены Лапушкиной. Особое внимание уделяют и дворам. В Самаре начали огораживать игровые площадки. На период ограничительных мер, которые введены в регионе, Роспотребнадзор рекомендовал родителям ограничить пребывание малышей на улице. Конечно же, мы натягиваем ленту сигнальную, которая постоянно срывает, но исправляем, чтобы люди не скапливались в одном месте. Меры по нераспространению коронавирусной инфекции в регионе усилены до 5 апреля. Горожанам разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости – в аптеку, в магазин за продуктами или на прогулку с собакой, не дальше 100 метров от дома. На работу можно идти только с подтвержденной работодателем справкой по специальной форме. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.